Так, тут пока никто не живет в зоопарке, кроме посетителей, я так понимаю. Но уж больно живописный уголок. Сынуля, он говорит, вот было во дворе такие, как это, что это? Площадка. Площадка детская, да? Просто жизнь бы тут была, ну хотя тут солнце. Ну солнце, вон и вода. А ну отойди в сторону, сын. Там уже кто-то бутылку бросил. Две. Ну животные тоже пьют. Мне интереснее всего, что за чудовище тут выпускают, поэтому не выпускают, видимо, будут выпускать по этому коридору металлизированному, совершенно футуристическому какому-то. Но это для тех, кто по воде. Наверное, это королевство обезьяны, остров обезьян, планета обезьян. А они через водные преграды не перебираются, что ли? Ну, пока их нет, не перебираются. Ладно. А там у нас что, слоник, да? А вон я вижу слона. Ну, статуя. Статуя, памятник. Памятник слона, запомнил слона. 23 августа 2021 год, Харьков. Открыли.